Привет, мои любимые. Доброе утро. Доброе, прекрасное питерское утро. У меня сейчас 9 часов и примерно 40 минут. Ну, где-то 10 без 20. Может, чуть меньше. Я еще не спала вообще ни минутки ночью, потому что решила менять режим. Сейчас дотерплю до вечера и уже вечером так рано лягу, чтобы рано утром вставать, чтобы уже нормализовался режим, потому что у меня завтра собеседование и надо уже входить в русло. Я вот сижу, заряжаюсь от Юлькиной картины. Такой от нее свет идет. Вообще мне она так нравится. Такая классная. Сижу на нее, любуюсь. И написала стих. Сейчас прочитаю вам. У меня тут мишка сзади. Такой хорошенький. Сейчас покажу. Видите, какой классный. Он такой зайчик. Что-то он все время лежит. Надо его посадить. Сиди. Хватит лежать. Что с тобой? Сейчас найду вам свой стих. Подожди, Люся, куда ты? Давай. Так. Где ж тут я? Вот. Нашла. Молодец. Мой профиль. Вот, нашла. Мы как сцепление рук, как прорастание, как молодой бамбук и молодость, знание, как теплота кашне и бодрость утра, задор, любовь в игре и просто с утра. Мы как вишневый цвет, роса на листьях, кошерный как обед. В тиши зависли, как скрипка и смычок, стрекозки глазки и мудрый паучок из детской сказки. Мы горные ветра в ущелье встречи, мы добрая слеза и мудрый вечер, следы мы на песке совсем у моря. Я улетел совсем, ох, и у мора. Вот так вот. Написала такой стих и поставила ногтю. Мишу Таревидиева. Два солнышка. Люблю вас. Всем волшебного утра. Сегодня 8 число. Мое любимое число, кстати. Через месяц у меня день рождения. Пока-пока.